Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Такой интересный вопрос поступил. Наталья Целинская пишет. Наташа пишет. Доброго дня. Почула новину, що з 15 на 16 квітня шаман буде проводити ритуал пуйлу на виздоровлення і щоб залишився у влади на кістках Жириновського. Я думаю, що йому це не допоможе. Інтересненьке кіно. Я, кстати, сегодня такой расклад на эту тему видела у Рамира. Он, кстати, рассматривал этот вопрос. Слушайте, ну вообще уже. Так что я вам хочу сказать по этому поводу. Я прочитала этот комментарий. Ну и тут же сразу же кинула на комментарий-то на это, да? Вот, что карты скажут по этому поводу. А вы знаете, честно сказать, я скептик. Очень-очень зачастую скептик, и мне нужно все проверять. Поэтому я проверяю. Проверила. Значит, и задала вопрос, что карты скажут по этому поводу. А вот смотрите, про Путина. Что будет у Путина? Гость, жрица. Да? Ну, здесь, смотрите, шут. Угу. Под дьяволом. Да? Жрица, шут, под дьяволом, который королю Пентакли, да, смотрите, будет нести новости, будет говорить про силу, да, заново, молодую силу, да, силу как восстановить, снова дать молодую силу, добавить силы и будет нести разговоры про силу. И будут ли действия? Да, по сути, да. Даже действия какие-то могут быть. Смотрите, видите, и поиск пути, и, в принципе, начало пути, да, и действия могут быть. Не исключено. Мы сейчас с вами посмотрим насчет ритуала, но вы понимаете, какие-то действия для сохранения его силы кто-то, какой-то человек, жрица, так называемо, принесет. Только не забывайте, что жрица это на минуточку шут. То есть я бы не сказала, что это прям, вот если бы просто была жрица, да, пусть она под дьяволом жрица, окей, ну, хорошо, я поверю, но это жрица шут, мои хорошие, понимаете, шут. Знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что это элемент психосоматики, могут с Путиным просто играть. Давай проведем обряд, чтобы он сам поверил в свои силы, да, для какого-то успокоения, подыграть ему опять же. Подыграть, потому что это обряды, я думаю, что они не настоящие. Смотрите, видите, иллюзия. Мало того, что жрица шут, так еще и результаты по иллюзиям. Но вообще давайте зададим конкретный вопрос, будет ли действительно этот ритуал. Кстати, когда я спросила, ну и что же в итоге этого ритуала ждет Путина, да ничего не ждет, мои хорошие. Все равно вот неожиданно по колесу фортуны отказ от него и башня. Не-не-не. Он теряет свои силы. Ну, давайте воспринимать это все-таки, может, недословно, там, понимаете, вот это вот там, смерть, не смерть. Это потеря власти, потеря. Путина без его власти, по сути, не существует. Потеряв собственную власть, он теряет собственную жизнь, да, потому что карты это все равно абстрактное такое видение, образное. Вот, так что, ну, я не думаю, что какие-то обряды тут спасут его. Тем более, что некому там эти обряды проводить, понимаете? Истинные люди силы, они же не дурные. Они уже видят, что этот игрок уже выходит из игры, что этот игрок уже столько нагрешил, что он столько уже натворил, что там такая уже душа никакая. Что там уже столько всего накручено, что, понимаете, она уже никому не нужна. Ни на небе, ни под землей, нигде, ни в аду, ни в раю, нигде она не нужна. Ненужная душа, она уже продана, эта душа. У этой души уже есть хозяин. И никто не берется ему помогать, из людей силы, никто не возьмется. А вот жрица шут, какая-то шут, ну да, может прийти, да, с предложением, это может быть. Но только результаты по шуту. Понимаете, по иллюзиям. Вот, так что такое дело? Ну, вообще, давайте зададим вопрос конкретный. Вот прям как спрашивает Наталья. Так, 15-16 квитня. Будет ли шаман проводить ритуал
для спасения власти и здоровья президента России Владимира. Да? Будет ли проведен ритуал для сохранения власти и здоровья президента Владимира Путина? Будет ли проведен магический ритуал? Будет ли... Две карты упали. Так, сейчас смотрим. И сами выпали, мои хорошие. Вот, смотрите, какие выпали у меня. Луна и тройка мечей. Да? Вы там говорили, будут Жириновского откапывать. Смотрите. Это, видите, вот такое кладбище. Вот, смотрите, стоят эти могилки такие. Видите, могилки стоят, кладбище. Да? И здесь, видите, три лопаты откапывают, да, вырезают ему орган какой-то. Да, похоже на карты эксгумации, да, вот если так разобраться, видите, да, ну, по сути, видите, это же могильные плиты, да, видите, вот, луна, ночь, могильные плиты, да, и вот, видите, прям отрезают, а что ему могут там уже отрезать, оно уже сгнило там и все, что, как, ну, вот эксгумация чего, там одни кости остались уже, наверное, и всякая фе. Ну, в общем, не знаю, мои хорошие. Ну, вот этот, смотрите, такой ответ, да, будет ли проведен ритуал, видите? Ночью на кладбище, да, возможно, что-то такое, да. Ну, вообще, давайте расклад все-таки сделаем. Это сами выпали карты. Прям вылетели у меня из рук, прям вылетели. Так, будет ли проведен ритуал? Попробуем. Путин, давай. У меня, правда, Путин не держится. У меня давно еще с осени в какашку разъезжается. Пробую собрать его до кучки. Да, будет. Смотрите, ритуал, несомненно, да, будет. Вот он, вот он. По страшному суду, видите, вот компания соберется, да, и вот будут его, для его славы, для его здоровья, да, будут проводить. Вот он, ритуал, будут пить и поднимать кубки. Да, да, и вот он по страшному суду. Прям взымают руки. Да, и пошли ему понос на 40 дней. Будут, да. Обряд, да. Ответ, да. Угу. Ну, все к тому. Хорошо. Какие будут результаты? Какие результаты? Что, давайте такой вопрос. Что за обряд? Что это будет за обряд? Для чего? Что за обряд? Как пройдет? Что это за обряд? Обряд какой? Смотрите, опять, видите? Опять что-то резать по-живому. Видите, смотрите, по-живому. Видите? Ножи в сердце, по-живому, что-то... Ну, может быть, это, кстати, ну, вполне может быть эксгумация какая-то, вы понимаете, теоретически. Карта, да? Ага. Пятерка кубков. 10 жезлов. Ожидание мира. Обряд. Знаете, что я вам хочу сказать? Обряды уже поздно проводить. Обряд-то будут проводить, только его уже поздно. Вот все. Нет уже... Понимаете, оно уже... Как вам сказать? Понимаете, когда уже так, настолько все запущено, такое состояние по десятке жезлов, что все ожидания от этих обрядов, они весьма, знаете, будут неудовлетворительными. И, как бы, знаете, эта история закончилась. То есть пока еще они могли что-то какими-то обрядами поддерживать, может, и могли бы, но, ну, уже, ну, поздно, понимаете? Картеры, ну, все уже, все, у всего есть свой конец, в конце концов. Уже, ну, закончилась его дорога, все. Уже хоть обряды, хоть не обряды, все. Хорошо, какие будут результаты? Какие будут результаты? А там еще и жрица это, скажите, шут, понимаете? Там еще и жрица шут.
Ну, может, это начинающая какая-то жрица, я не знаю, там, понимаешь, ученик. Какие результаты? Да никаких результатов, мои хорошие. Ну, какие результаты? Ну, тут какие результаты? Вот все равно, видите, кстати, это же какой раз, да, от жезловой королевы удар? Неожиданный от жезловой королевы удар. Это у нас было, правда? Вам не кажется, что это знакомые карты? Неожиданный удар от жезловой королевы в очередной раз. Вот именно же так падало, правда? Удар от королевы? Вот скажите, было такое? Вот я ж помню. Какие результаты? Да никаких результатов. По дьяволу, коварный, подлый, неожиданный удар. Ну, жезловая королева, даже нужно понимать, мои хорошие, не факт, что это человек. Это может быть человек какой-то, это может быть и страна, да, и как явление жезлова, то есть достаток какого-то активной страны, активной стороны, активного человека, да, активного представителя какого-то, там, оппонента, от человека, который может делать. Да, от того, кто не просто мечты мечтает, а может делать, от того, у кого власть в руках, от того, у кого возможность в руках. Да? Королева жезлов – это человек, либо страна, сторона, представитель с возможностями, делающий, создающий, имеющий реальную силу, не только ля-ля-то-поля. При этом это не мечей, это не королева мечей, которая там казнит, да? Нет, здесь человек может это сделать, и он это сделает. Здесь даже, видите, не какая-то месть. Тут даже не месть. Это такое четкое действие. Четкое действие. Действие по дьяволу, мой хороший. По дьяволу. Ой, последняя карта — страшный суд. Ну и все. Путина унесут. Будут ли они делать обряды? Не будут ли они делать обряды? Будут ли они выкапывать Жириновского, а там уже его червяки съели? Либо не будут они его выкапывать? Вы понимаете? Это поздно. Поздно, батенька, пить боржоми. Понимаете? Поздно. Все.